Здравствуйте, дорогие друзья. Финляндия вдруг одумалась. То есть? Они заказали исследование полицейскому управлению. Полицейское управление им выдало результат, что в ближайшее время будут созданы такие криминальные районы Финляндии благодаря мигрантам, которые вошли в Финляндию. И входят все время через русскую границу там, и так далее, и так далее. Если Австрия начинает там закрывать границы, я слышу, то Финляндия еще не решилась на это. Ну, во всяком случае, так говорится здесь. Ну, значит, еще не пришло время. Это зависит от того, как прижмет. Северная ментальность, да? Наверное, пока это доходит. Такое демократическое государство, где живут спокойно. Либеральное, да, социалистическое. Да, по ощущению счастья они там в первых где-то местах. То есть людям хорошо в этой стране. Дело не в этом. Люди должны вообще изменить свое отношение к миру, к жизни, к себе, к окружающим, ко всему. Это непросто. Но пока они не поймут, что им надо обязательно менять свою парадигму, общую, полную, до этого ничего не сделаешь. На какую? Все-таки. На то, что мир должен быть общим, общецелым, путем перевоспитания абсолютно всех, потому что никто не прав, никто не виноват. К этому мы пришли, все человечество, каждый на своем уровне, каждый в своем застрявшем где-то средневековье или там коммунизме, социализме, капитализме и так далее, неважно как. Дело в том, что все мы должны выровняться, мы должны прийти к общему знаменателю. И для этого нам необходима очень серьезная встряска и перевоспитание. Вот общий знаменатель, что это такое? Общий знаменатель – это когда мы все принимаем добровольно, ну, это вследствие воспитания. Состояние, когда мы живем не ради тел, а ради душ. То есть мы живем на этой земле, на маленькой, для того, чтобы ее разрабатывать, чтобы себя снабжать необходимым в умеренном, добром, рациональном количестве. И все остальное время мы должны посвящать нашему высшему, духовному, душевному, человеческому развитию. Это культура, это связь между нами, это подъем в новое пространство, в новое измерение. Это то, о чем говорится вообще и в религиях, и в Каббале, везде. Ну, то есть это то, что мы можем достигать сближением между людьми. К этому мы обязаны прийти. Насколько мы далеки сегодня от этого, даже трудно сказать. Но именно всегда так и получается, что вот этот вот переворот... Скачком происходит. Да, да? Он происходит именно скачком из противоположного состояния. И тогда он начинает себя проявлять, пониматься и приниматься. Будем надеяться, что даже вот эти северные замороженные края осознают, что другого выхода нет.